Всем привет, меня зовут Эля, я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня будет распаковка посылочек с сайта AliExpress, плюс немножко будет посылок с Wildberries, покажу, что заказала, и покажу, какие работы я сделала за такое короткое время, покажу новую работу свою и покажу пару повторов, которые я сделала на заказ. В общем, мне пришла вот такая огромная посылка, в ней много маленьких посылочек. Я уже их открыла, чтобы сильно вам не шуршать тут в кадре. Поэтому я их обрезала, но еще не смотрела. Вот, поэтому давайте быстренько посмотрим, что мне пришло. Итак, давайте покажу сначала, что заказала с Wildberries. Заказала вот такие вот карточки. Спасибо за заказ. Будем благодарны вам за отзыв. Такие неплохие карточки, я их вкладываю в коробочки с брошами. Нашла вот такой вот стильный дизайн у них, очень красивый, они односторонние. Размеры я вам не подскажу, у меня нету под рукой линейки, поэтому я ссылочки оставлю. Там было очень большое множество всяких разных вот таких вот карточек, и можно было выбрать любые. Вот. Но мне понравились вот такие, вот они, в принципе, мне кажется, стильно смотрятся, очень классно в коробочке. С брошами тоже я вот такие карточки кладу вместе со своими визитками. Так, еще заказала на Wildberries вот такую проволоку для рукоделия. Она называется, размер у нее 0,5 миллиметров. Здесь 40 метров, цвет серебристый сталь. Хорошая проволока, мне она понравилась. Она и не мягкая, и не твердая. В общем, в принципе, очень хорошо с ней работать. Достаточно много ее здесь. Я думаю, надолго хватит. По крайней мере, если... смотря что делать. Вот, поэтому, как бы, хорошая проволока. Нашла ее в материалах, в ссылках. Ссылки давала Оксана Дивакова. Я у нее покупала мастер-класс по облепихе. И у нее была там вот эта проволока, и я тоже себе ее заказала, потому что я купила у нее мастер-класс, хочу тоже сделать такую брошь-облепиху. Очень хорошие у нее там техники применены, тоже хочу поучиться, поэтому я не только тоже снимаю мастер-классы, но и покупаю тоже у других мастеров, чтобы владеть новыми навыками и технологиями, новыми техниками. Наверное, так будет правильно. В общем, вот такую проволоку купила. У меня была похожая, но... у нее была немножко диаметр, у нее размер был немножко другой, она была мягковатая. А это как раз то, что нужно. Ссылочки я на нее тоже, девочки, вам оставлю. Заходите, заглядывайте, может быть, кому-то тоже пригодится. Стоит она вообще недорого. Так, ну и с Wildberries все. Покажу вам, что заказывала на AliExpress. Так. Итак, первая у нас посылочка. Этот продавец отправил. А, ну это накладная. Так, заказала также к мастер-классу Оксаны нитки. Не нашла я, вернее, нашла я, которые нитки нужны для ее мастер-класса, непосредственно для облепихи. Ну, решила заказать еще несколько цветов. Там было тоже очень большое количество разных цветов. Ну вот я заказала два оранжевых, не знала, какие они мне придут. Заказала и потемнее, и посветлее. Вот, но все-таки вот этот вот у вас на камере смотрится намного оранжевее, да, чем вот этот. Вот этот он ближе все-таки, наверное, больше к облепихе, чем вот этот вот. Хотя на камере он у вас такой прям цвет облепихи смотрится. На самом деле камера немножко очень увеличивает яркость. Вот этот очень-очень сильно оранжевый цвет. А этот, ну, более-менее такой оранжевый. Менее оранжевый, да. Вот, я думаю, для облепихи более подойдет вот этот цвет, нежели этот. Вот. А, заказала еще зеленый и вот такой вот красный. Тоже на камере смотрится немножко светлее, чем есть на самом деле. Он прям реально красный цвет. Вот, это шелковые нитки. Очень классные. Я не знаю, сколько здесь, девочки, метров. Ссылочки я тоже обязательно на них оставлю. Посмотрите.
У продавца там огромный выбор цветов. Можно даже набором, по-моему, заказать. Ну, мне как бы набором не надо пока, пока что. Буду пока заказывать штучно. Тоже штучно они, ну, недорого стоят. Вот, в общем, заказала себе 4 цвета таких вот ниточек. Буду делать мастер-класс, потом как мастер-класс делаю в каком-нибудь виде или ВКонтакте, покажу, что у меня получилось. Очень мне хочется сделать эту брошь, прям мне она понравилась. Так, дальше заказала вот такие вот тычинки. В прошлой распаковке я уже показывала, я заказывала розовые, а заказала еще вот такие вот, ну, они такие темно-розовые, ближе, наверное, да, к темно-розовому цвету. У вас они какие-то коралловые даже смотрятся, но на самом деле почему-то у меня камера сегодня искажает, может быть, из-за света искусственного. В общем, они такие, такого кораллового цвета. Я как бы сейчас делаю немножко объемные броши, в другую ушла технику. Вот, и у меня сейчас немножко есть заказы с такими вот какими-то ветками, цветами. В общем, нужны мне, ну, такие вот тычинки, я вот решила заказать. Конечно, это очень много, но меньше у продавцов как-то и нету. Вроде написано, что здесь 100 штук. Конечно, мне 100 штук не надо столько, но... Ладно, пусть будут, как бы, в принципе, я это поработаю с ними. Вот. В одной броши я уже использовала тычинки. Я покажу в конце видео девочке свою новую брошь, которая выполнена на заказ. Вот. И не знаю, буду ли я делать вообще повтор этой броши. В общем, вот такие тычинки, девчонки, прикольные, классные. Как бы, если надо, тоже ссылки все будут внизу под видео. Так, следующее. Так, заказала вот такие вот бусины. Я уже показывала их в прошлой распаковке. Так, ножницы. В прошлой распаковке я показывала, мне приходили такие бусинки, они сиреневого цвета были. А сейчас я заказала розовые, вот такие, и красные. Ну, очень уж они мне что-то понравились. И делая свою брошь вот новую, я подумала, почему бы мне и не поставить бы, вот было бы вот такую вот розовую, вот тоже как бутон цветочка какого-то, сюда вставить те же тычинки, как бы, и обрамить это все листиками, было бы тоже очень красиво посмотрелось. В общем, у продавца тоже множество расцветок вот таких бусин, они из акрила сделаны. То есть я думаю, что с ними тоже ничего не произойдет, они как бы не пластмассовые, а акриловые, ну как бы... Я думаю, что они тоже хорошо себя поведут. И вот эти вот красные мне тоже понравились. Они вот как будто матовые, а внутри вот эти вот прожилки у них не матовые. Вот. По-моему, размер у них 10 миллиметров. По-моему, так. Ну, тоже посмотрите в описании. А, тут их, по-моему, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. По-моему, по 20 штук их здесь идет. Вот. И у продавца было очень много разных расцветок. Цветов, ну, тоже много. В общем, понравились мне эти бусины, тоже хочу где-нибудь поиспользовать. Интересные, я таких не видела раньше. Так, следующая посылка. Заказала тычинки еще одни у другого уже продавца. Здесь мне пришло вот как раз очень маленькое количество их, ну не столько, сколько вот здесь, например, да. Вот, и они намного мельче, они вот такого золотого цвета, тоже мне нужны были. Пусть будут, потому что, ну, куда-то тоже в цветы. И вот эти, они сделаны такие прям, ну, совсем маленькие для каких-то крошечных, да, бутончиков. Эти все равно идут побольше. Вот, ну, в принципе, я думаю, наверное, можно и покрасить, да. Покрасить акриловыми красками в какой, в любой цвет, какой вам нужно. В принципе, не составит труда. Также здесь не без брака, вот, например, да. Ну, я думаю, на такое количество 2-3 штуки брака это, ну, как бы ничего. В общем, вот такие тычинки еще заказала. Так, следующая посылочка. Угу. К тому же мастер-классу Оксаны я заказала деревянные бусины. У нее был там список материалов, что нужно для этой облепихи, для брошки. И заказала у нее, вернее, заказала... Вот такие вот бусины деревянные.
Размер я, наверное, вам не подскажу. Здесь нет, наверное, размера. Так, здесь их 50 штук. Ну, размера здесь нет. Я не помню, какой был размер бусин. В общем, девочки, если кому-то надо, напишите мне в комментарии, я уточню размер этих бусин. А так в описании под видео, конечно, будут ссылки и размеры. Вот здесь их 50 штук. В принципе, такие овальные, да, похожи на облепиху. Я так понимаю их. Вот, в общем, это для той же броши. Так, дальше. У продавца были разные размеры вот таких бусин. И большие, и маленькие, и побольше. Заказала еще вот такую проволоку. Это уже идет проволока потолще. Сейчас я ее открою. Уже такая потолще, но она мягкая. Я вот смотрю, она прям мягкая-мягкая. То есть не совсем то, что мне нужно. Прям вот гнется всяко разное. Ее даже вот можно за палец обмотать. Не знаю. Не очень удачная проволока. Вот эта вот. Ну, она стоила тоже недорого. И диаметр я выбирала не совсем большой. Я не знаю, куда я ее буду использовать. Не очень она такая, какая мне нужна. Все-таки вот эта вот Salix с Wildberries хорошая проволока, чем вот эта. Это прям совсем гнется во все стороны. Не знаю, куда я могу использовать. Может быть, куда-то пригодится. Может быть, не пригодится. Не знаю. Ну, прям она совсем мягкая. Очень мягкая. Даже не думала, что она будет такая мягкая. Ну, в общем, ладно. Я не знаю, сколько здесь метров. Девчонки, если вы искали прям очень сильно мягкую проволоку, вот, пожалуйста. Там у продавца, я точно помню, был разный диаметр этой проволоки. И потолще, и потоньше. И вот это была, по-моему, совсем тонкая. 0,5, что ли. В общем, не знаю. Не очень мне понравилась эта проволока. Так. Следующая посылочка. Ага. Так, заказала вот такую интересную оранжевую стразовую цепочку, но она пришла толстая, а у продавца было заявлено, что она 2 миллиметра. Ну, то есть тут явно не 2 миллиметра, а все 3. Такую толстую цепочку я редко использую по размерам, я имею в виду. Здесь метр идет, ну, может, 90 сантиметров, как бы. Но вот то, что она вот, то, что она оранжевая, это она очень красивая. У нее оранжевые вот эти камни, и сама она оранжевая, да. Вот я вот люблю такие вот, чтобы камни были в тон цепочки, оправ. Вот, но то, что она толстая, я, например, не знаю, куда ее можно применить, такую толстую. Я не люблю толстые стразовые цепочки, я, наоборот, люблю чем тоньше, тем лучше. В основном я использую только 2 миллиметра. Вот, у меня есть несколько цепочек 3 миллиметра, они у меня уже как бы очень долго лежат, и я очень редко их куда-то могу применить. Вот, я делала тут брошь-гитару, сейчас покажу вам тоже. Я там применила такую стразовую цепочку, у меня она была с жемчужинами. Вот, там я применила ее, но буквально совсем маленький кусочек. В общем, я разочарована этой цепочкой, то, что она очень толстая. Вот, поэтому я думала, что она придет 2 миллиметра. Вот так, ладно. Последняя посылочка на сегодня. Это я заказала вот такие вот пайетки. Пайетки заказала 4, 3 и 2 миллиметра. Они мне очень понравились. Они идут полупрозрачные, такие сине-зеленые. Хорошо будут смотреться. Я хочу сделать бабочку именно вот в таких вот оттенках. Вот. И мне нужно было как раз разный размер пайеток. Поэтому заказала на Алиэкспрессе. Нашла полупрозрачные, ничего с ними не сделается. Я их покорябала уже всяко-разно. В принципе, неплохо они себя ведут, они не корябаются вообще. Ну, ничего с ними не произошло, по крайней мере. Хорошего они качества. Я вот сейчас стараюсь полупрозрачные брать пайетки на Алиэкспрессе. Они нормального качества, я их использую. Даже можно вот где-то 2 миллиметра использовать в обработке края, например. Вот. В общем,
вот такие пайетки. Вот, и покажу сейчас вам свою новую работу. Вот, сейчас покажу сначала два листочка, которые я делала. Эти листочки тоже повтор моих работ уже. Вот, вот такие вот сделала. Сейчас осень как раз очень будет актуально. Такие брошки, девочки, если нужно кому-то, пишите мне в группе в моей ВКонтакте. Там есть цены на эти брошечки. Если кому-то надо, могу для вас вышить. Вот так, такая. И еще одна моя новая работа. Это вот такая птичка. Я ее вглаживала уже ВКонтакте. Вот, она у меня уже завтра уезжает от меня. Делала такую объемную первый раз. Вообще, как бы тут такая техника очень новая для меня. Вот, использовала здесь такие вот листочки сделала. Это по мастер-классу Оксаны Диваковой. Вот, вот такая у нее изнанка. Вот такая вот веточка. Птичка на такой веточке сидит. Здесь и перья, и пайетки, и бусины, как бы. В общем, вот такая вот работа. Клюв тоже я сама делала из ниток. В общем, вот такая вот у меня новая работа. Очень для меня она была сложная. Вот, но ничего такого, как бы сказать. Глаза боятся, руки делают, как говорится. Вот поэтому. Вот здесь я применила вот эти тычинки, эти вот, такую нашла шапочку для бусин. Тоже она была у меня. Я в каких-то распаковках показывала. Вот листочки здесь тоже все гнутся, веточка тоже сама гнется. В общем, вот такая вот у меня новая работа. Такая вот птичка. Она объемная, сделана полностью из бусин. И еще одна моя новая работа, это вот такая гитара, она у меня еще в процессе работы, я ее не доделала, тут у меня край еще остался. Вот тоже здесь струны идут из ниток, вот, вот такая в черном цвете. И вот здесь вот у меня стразовая цепочка, тоже она 3 миллиметра идет, довольно-таки крупная, вот, ну, вот сюда вот я ее применила. В общем, вот такая вот работа, девочки. Если кто-то заинтересовался, пожалуйста, гитару могу вышить в любом для вас цвете, какая понравится. Это для любителей музыки. Вот. В общем, вот такие вот у меня работы. Вот. В общем, девчонки, вот такая была распаковочка. Всем, кому понравилось, ставьте мне, пожалуйста, пальчики вверх. Мне будет очень приятно. А также не забывайте подписываться на мой канал. Видео я продублирую на своей странице ВКонтакте, в моей группе. И также будет на моем канале Яндекс.Дзен. Тоже это видео там будет загружено. Поэтому кому как удобно, там и смотрите. И ссылочки, конечно же, под каждым видео я размещу. Вот. На этом все. Я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Увидимся с вами в следующих видео.